утром встанешь, поплачешь, вечером поплачешь. Я вообще не знаю, куда деваться. Это ж я не одна, представьте. Все разгромлено, все разбито. Куда людям идти? С маленькими детками он сидит, с манежем и двое детей. Ехать некуда, я бы с удовольствием уехала. Если бы мне предоставили жилье, да, я бы и сегодня уехала. А так, куда ехать? Кто нас здесь ждет? У меня знакомые ездили. Поехали в 2014 году, поездили почти год и приехали ни с чем. Никому мы не нужны. Так это тогда мелочи были на Восточном, а сейчас полгорода. Куда ехать? Разве всем людям могут предоставить жилье? Нет. Ну, конечно, страшно. Не прекращается. В зиму будем, не знаю, как оставаться. Нет у нас крыши, нет окон, нет стекол. Все сложно.